Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как пережить смерть питомца. Смерть питомца для владельца всегда большая утрата. Чтобы пережить этот непростой период, потребуется немало эмоциональных сил. Чем можно помочь себе в это время? Как облегчить боль от утраты друга? Давайте подробнее рассмотрим самые распространенные советы на эту тему. Очень важно принять смерть питомца и правильно попрощаться с ним. Похороните любимца и дайте себе время оплакать потерю. Это позволит вам осознать правду, не остаться на стадии отрицания и шока. Помните, что боль, которую вы испытываете, абсолютно нормальна в таких ситуациях, и вашей психике нужно время, чтобы с ней справиться. Также психологи не советуют сразу же после смерти заводить нового питомца. Лучше выдержать небольшую паузу. Ни в коем случае не вините себя в смерти питомца. Помните, что даже самые заботливые хозяева не могут уберечь любимца от всех бед, а самые опытные ветеринары не способны излечить все болезни и травмы. Специалисты рекомендуют хотя бы на первое время убрать из поля зрения вещи, напоминающие об умершем питомце. Не обязательно выбрасывать их, можно просто положить в шкаф. Так вы сможете абстрагироваться от потери, и вам будет проще принять ее. Разделите горе с семьей и теми, кто может понять вашу боль. Поговорите с родственниками, друзьями, знакомыми владельцами домашних животных. Вспомните лучшие моменты из жизни с вашим питомцем. Общество других людей поможет вам выговориться и тем самым облегчить свою боль, а также получить такую необходимую вам в этот сложный период поддержку. Постарайтесь переключить свое внимание на что-нибудь, например, займитесь каким-нибудь необычным хобби или начните уделять больше времени рабочим и домашним делам. Все это позволит вам отвлечься и не возвращаться к мыслям об утрате. Домашнее животное в большинстве случаев становится настоящим членом семьи, и пережить его смерть любому хозяину очень сложно. Перечисленные советы помогут облегчить боль от утраты в этот непростой период. Еще больше информации о домашних животных вы можете найти на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!